Кем быть, чем заниматься в будущем, куда идти дальше? Ответы на все эти вопросы студенты колледжа культуры и искусства смогли найти на арт-труд-фестивале. Между собой студенты называют фестиваль проще – ярмарка вакансий и программ обучения. В старейшем учебном заведении Ульяновской области она проводится уже во второй раз. Такое мероприятие поможет студентам в выборе университета и дальнейшего обучения по желаемой специальности. В том году это мероприятие прошло очень успешно, поэтому мы решили его повторить. И это событие для нас очень значимое, потому что в один день, в один час здесь собираются представители разных ульяновских вузов, которые предлагают образовательные программы по профилю специальности наших выпускников. На ярмарке работали различные презентационные площадки. Участвовали представители высших учебных заведений не только Ульяновска, но и ближайших регионов. Соседи из Мордовского государственного университета имени Огарева приехали рассказать ребятам о возможных перспективах обучения в другом городе. Представляем здесь также буклет, который рассказывает о нашей деятельности, да, графический дизайнер, да. То есть как раз там содержится вся информация о нас, какие экзамены нужно сдавать, какой получается спектр обучения, какие предметы, да, изучаются у нас на нашей специальности. После знакомства с вузами участников ждала насыщенная программа обучения. К примеру, студенты поучаствовали в обучающей игре «Навык успешного собеседования» и мастер-классе «Soft Skills» и «Успешная карьера». Также с ребятами поделились секретами успешного резюме на одноименном психологическом тренинге. Научили грамотно подходить к вопросу создания самохарактеристики. Каждый человек в своей сфере, я думаю, здесь найдет свою специальность. И как бы, если надумает, он будет продвигаться дальше. В качестве гостей пригласили общественников и выпускников заведения. Молодежь могла задать любой волнующий их вопрос. Общественные деятели рассказали о сложностях построения карьеры и о тонкостях профессионального становления. Сошлись на том, что заниматься нужно тем, к чему лежит сердце, и тогда все получится. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Ул.Правда ТВ.